Так, что у нас сегодня? Всем привет, добро пожаловать. У нас сегодня японский хуй. Все, у меня свет кончился. Да, я здесь. Так, я забираю. Ой, бой, там что-то активировалось, ребята. Двери сдвигаются, бегите на выход. Оно сдвигается. Быстрее, это ловушка. Диана Джонс, за нами шар катится, что ли, или что? Стены сдвигаются. Да у меня уже нечем, уже погас. Фу ты, господи. Бля, у тебя спичек нет? Так, ребята, у меня пол лампы. Кто-то украл у меня кристалл, ребята, украли. Украли кристалл. Ну ты чего? Забрал кто-то. Кто это? Вот, отдай, придурок! Бля, мелкий, дюки, смотри! Я забрал! Бежим, закрывай дверь! Закрывай! У меня очень мало лампы. Бежим на выход, бежим, я забрал кристалл. Вывести? Бля, забрал! Под люка, сюда! Аккуратно, ловушка! Отдай Олега, забери! Даша, за тобой бежит! Даша, вали! Он забрал! Опять забрал кристалл! Что это сюда? Ты не забрала! Где кристалл? Пошел в задницу, это мой кристалл. Тут был, только что за мной шел. Челкун? Голова. Так, там щеточка лежит. Он здесь, ребят, я нашла. Забирай его, забирай. Лайк за Максвелла. Что это было? Да, блядь, было. Грустно, но красиво, да. Грустно, но вкусно. Кто? Бля. Руки не смотри, а есть рука. А кто? Даш. На месте на. А что случилось? Где Максвелл? Бам. Максвелл загабелил Дашу походу. Давай едь нормально. Я назад почему-то. Да нет, потому что задняя стоит перед на Д. Переключи на Д. Так я еду на Д. Это разъеб. Олеж, если я сейчас сяду, давай ты лучше ты сядешь. Я просто могу ее утопить. Мне будет жалко. Давай. Даша? Я не знаю, что вам сказать. Даш? Кто оставил открытую этот самый? Так, подождите, сейчас разберемся. А где мы шли? Сюда. Давайте играть в игру. Я вас бью, а вы ничего не делаете. Ну это какая-то скучная игра вообще. Может тебе не весело, конечно? Что это было? А что там что-то умерла? Слушай, ты веришь в несчастный случай? Блядь, это что? Ты веришь в несчастный случай? Веришь или нет? Ладно, я решу ситуацию. Я все под контроль возьму. Все, бери Дашу. Да, я возьму Дашу, а ты возьмешь себя под контроль. Ты что творишь-то, блядь? Я ж не знал! Клоун ты вообще! Ты это не надо, не обзывайся. Ну как, с молоточком, со своим... Не надо. Тут тупичок, если что. Я не понял. Учти, я могу тебя тоже лупануть. Нормально. Все, не надо, молчу. Блин, вот это да. Да, Алекс, надо что-то делать. Не надо, надо уходить. Да, смотрите, да куда ты пошел? Там тупик. Блядь, мы сейчас загабелим катку. Нормально, не загабелим сейчас. А куда идти-то? Да зачем же вы меня... Ну, блядь. А в фильме Жан-Клод Ван Дам «Некуда бежать». Вот примерно так. И мне очень понравилась эта фраза, и она идеально подходит почти каждому выпуску. У меня есть шоколадка, знаете, с чем? С попкорном. С кукурузой. Не, с кукурузой. Шоколад с кукурузой? Да, офигенная штука. Ой, шоколад с кукурузой. И еще, по-моему, или у нас закончился этот... Все, сказали тихо молчать. Я молчу. Шоколад. Съела, процедила, потом опять пошла жрать. Это самое, а еще есть... Еще рошеновский с фундуком, по-моему, новый. Это что, кукуруза? Я сомневаюсь уже, что здесь я увижу кукурузу. А, это кусочек сладкой кукурузы, реально. Я вспомнил ту игру, про где я в жопе колупался, за врача, когда играл. Это вы видели эту битву? При которой есть надо было? Не надо кушать его там. Для чего я ел нормально? Вот Оля тоже говорит, что мороженое можно, поэтому я ничего не знаю. Короче, какой-то олок. Олок? Проктолог. Проктолог? Олок? Олок. Какой-то олок. Какой-то проктолог, значит. В смысле проктолог? Юрчик, завтра у нас это... Я не знаю. Ваши дефекации необычны.
Ваши дефекации необычные, скажите мне быстро. Мои дефекации. Блять, мои модификации совершенно нормальные, насколько я могу судить. Хотя они были меньшего размера на прошлой неделе, что беспокоит меня. Мой прием пищи не изменился. Очень странно на самом деле. Я думаю, что смажу свои инструменты и прыгну прямо внутрь. Я смажу свои инструменты и прыгну прямо внутрь, Шайнзе. Будь осторожен, мой друг. Всегда осторожен. Надо подмечать какие-то нюансы. То есть... Там кто-то был. Там кто-то сверху пролез. Можете посмотреть, мотнуть, как только дверь открылась. Там сверху... Если я не забуду, а я могу забыть, я покажу вам на монтаже. Ну, вы, короче, можете просто промотать, посмотреть, там кто-то пролез. А кто-то здесь есть. А, я думал, это пентаграмма, типа, это... Вот этот мусорный пакет, скорее, в котором лежит эта девочка. Блядь! Ебать, дура, долбанная, сука, у меня чуть свет не упал, эльгатовский, мой колечко, мое любимое. А соседка... Я ж забыл, в этой игре можно ползать. Правда, первый раз за полчаса, за 35 минут геймплея, мы решили, что надо бы поползать чуть-чуть. Понять бы, что вообще происходит. Что за приходы такие лютые у нас тут. Долбаная сука, блядь, свет, спокойно, спокойно, не падай, не падай, все нормально, все хорошо. Бля, заикой можно стать. Не, ну понятно, было в принципе очевидно, что если тихо-тихо, то потом как бам, блин, и все, и тебя напугают. Так, мы вернулись. О, ух, взбодрился. Сбодрился и нормально. Все хорошо, теперь я буду бодро рассказывать. Ух, классно, свечки — это романтика. Зашибись, все любят свечи. Привет. Что это? Я же говорил, что здесь был... Где ты, голова, ты здесь? Ебать, что это за хер? Что это? Мина! Что это было? Мина это была! Мина! Подожди, а кто это был? Я не знаю, я не знаю. Ну появился. 13% шанс этого ублюдка, и он под конец стрима появился, падла. Я не знаю, он невидимый был, ты видела? Секатор! Твою мать. Отвлеклась. Андерстуд. Андерстуд! А ну вылазь, падло! Где ты? Я здесь! Да я не тебе! Да, да и тебе! Да, все, вот я вылез. Ты, а ты где? Да, вот. Уходи! У меня руки все забиты, кстати. Пиу! Пиу! Сталкерит? О, давай, Алекс, Алекс, смотри, что можно сделать. Встань с той стороны, Алекс. Встань. Сосиску есть, давай, не нагибаешь? Стой. Нет, нет, встань с той стороны сосиски. Да, с второй будем есть, как мультики. Давай, как мультики, помнишь, помнишь, мультики было? Алекс, Алекс, что происходит? Боже, господи. Он съел. Как входит аккуратно. У нас не тот. Как вы это сделали? Даша, у тебя получится, я верю. Давайте, о, я снимаю. У тебя какая-то пятна. Ты что, как Буратино стоишь, да? Только у меня не должен расти нос, я ж тебе не вру. Слушай, а можешь уронить ее пониже? Чуть пониже, пожалуйста. Алекс, кинь ее пониже. Показываться хочешь? Алекс, кинь пониже ее, пожалуйста. Кинь ее пониже. Кидай. Сейчас, сейчас. Выбери заднюю. Ну, и ты заедешь сюда. Давай, да. Я могу запрыгнуть сверху. Давай, буду курировать тебя. Блять, как она заводится. Какой прекрасный звук. Да проверни ты до конца ключ. Да, обязательно. Не хочешь нас запрыгнуть? Так что у тебя стоит на передаче? R. Ну давай D поставлю. На чем-то же она должна завестись. Так. Слушай, а что она не заводится? Ну, такая жизнь. Что они запаленку скинули? Не знаю, не знаю, пока работает. Ты ее ударил?
немножко. Олег же, мы катимся! Я понимаю. О, все, о, есть, есть, на вперед. Давай, вперед нажимай. Выбери R и нажми. Зачем вперед. Я же поеду вперед? А, ты... Гол! Отлично! Дарья получает просто лучший расклад. Фу, блядь, фу! Куда мне ехать? Дашка, куда тебе ехать? Я Олега придавила. А, Даша, ДТП, криминал оформлять будем? Я, походу, Олега придавила. Пиздец, блядь. Добавили машину. Я Олега придавила! Нормально. Да, плохая машина, плохая, плохая. Зачем ты Олега давишь? Зачем?